Так, забираю сумку. Открою, покажу, что там. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ая. Я являюсь продавцом на американском Амазоне уже более 4 лет. За это время я выпустила свой бренд, который называется Лакая, и успешно продаю свои продукты для йоги на Амазоне. Свой путь продажи на Амазоне я начала еще 4 года назад из маленького продукта. Это были носки для йоги. На то время я не знала, как вообще можно продавать на Амазоне. Я искала информацию везде, где можно. Но благодаря тому, что у меня хороший английский, я слушала американских продавцов, уже таких профессионалов. Я ходила на всякие курсы, ходила на всякие такие собрания, да, такие маленькие, где собирались продавцы для Амазона. За эти 5 лет я уже стала, можно сказать, даже профессиональным продавцом на Амазоне, одним из самых успешных продавцов на американском маркетплейсе. И сейчас я делюсь своим опытом, делюсь своими советами, показываю вам, как можно продавать на Амазоне, показываю вам какие-то продукты, с которых можно начать. Также я обучаю продажам на Амазоне, у меня есть курс, который называется «Продажи на Амазоне от А до Я», где я показываю вам пошагово, с примерами, всю инструкцию, как можно начать регистрацию и заканчивая там уже продажами. Я показываю на своем курсе, где можно достать продукт, где его, как его можно отправить из Китая на склад Амазона, как вообще организовать весь процесс продажи на Амазоне. И если вы хотите тоже попробовать себя именно в этом бизнесе, именно в продажах на Амазоне, то можете приобрести мой курс. Амазон, особенно американский маркетплейс, сейчас является самой большой площадкой для продаж вообще во всем мире. На американском Амазоне каждый день миллионы покупателей заходят, чтобы купить какой-то продукт. Да, это может быть какой-то очень такой простой продукт для кухни, заканчивая мебелью. На Амазоне продается абсолютно все. И это все продают продавцы из разных стран, не только те, которые живут в Америке. Сейчас возможность появилась у всех, и у тех ребят, которые живут в России, там, в Украине, в Казахстане, в Киргизстане, со всех стран СНГ можно продавать. А также мне много поступает вопросов, можно ли продавать там из Израиля. Конечно, можно. Процесс регистрации на Амазоне, он очень простой. В принципе, вам нужен всего лишь ваш документ, удостоверяющий вашу личность. Также вам нужна выписка из вашего банка. Если вы находитесь в странах СНГ, то вам надо зарегистрироваться на pioneer.com, получить там выписку онлайн, сделать скан вашего паспорта и заполнить анкету на Амазоне. Если вы проживаете в странах Европы, Канады, там, Австралии, да, или в США, то ваш банк уже автоматически вам может предоставить такую выписку. К сожалению, в странах СНГ такого нет, они на английском сейчас не предоставляют выписки, и из-за этого вам придется делать выписку именно на pioneer.com. Но другие страны, если вы живете в других странах, то вы можете прям непосредственно из своего банка, из онлайн-банкинга получить выписку, и эта выписка уже будет годна для регистрации на Амазоне. Кто уже давно следит за моим каналом, знает, что я в каждом видео показываю вам потенциально хорошо продаваемые продукты на Амазоне, я вам показываю статистику, и вы, наверное, сами, да, были в шоке, что какие-то очень такие примитивные продукты продаются каждый день там по 1000, по 2000 штук. И продавцы, которые продают эти продукты, они являются прям долларовыми миллионерами, потому что у них стабильные продажи каждый месяц. Многие из вас пугаются, думают, да, ой, я там рядом с таким продавцом, я не смогу конкурировать. Но, ребята, это продавцы, которые, так как и вы, когда-то первый раз только начинали, они, может быть, за 2-3 года построили этот бизнес. У них тоже в начале продажи были такие не очень, да, скажем, высокие, но со временем
где-то через там месяцы 2-3 у них продажи постепенно увеличивались, и сейчас они продают там по несколько сотен, тысячу продуктов в день. Amazon с каждым годом развивается, и также он дает возможность развиваться и своим продавцам. Сейчас есть возможность продавать не только на Амазоне в США, также можно продавать на Amazon Европа, Amazon там Дубай, есть Amazon в Канаде. И постепенно эта компания, она становится очень большой, тем самым дает вам возможность попробовать себя в роли продавца, да, вы можете найти какой-то хороший продукт в Китае и отправить его на склад Амазона. Амазон дальше этот продукт будет отправлять покупателям, которые находятся в США. Вам физически в Америке находиться не надо, вы можете находиться в своей стране, но вам придется организовать, да, этот бизнес онлайн, и чему я вас обучаю на моем онлайн-курсе. Как я говорила, курс очень доступный, он написан очень таким легким, доступным языком. Я пошагово показываю прямо на экране, как надо, на какие кнопки надо нажимать, да, на Амазоне, на Seller Central, как надо создавать листинг, что нужно для того, чтобы создать листинг, как найти описание продукта, как написать это описание продукта. В общем, всю информацию вы можете найти на моем курсе, ссылку я оставлю внизу. А сегодня я хочу вам показать продукт, который я, по-моему, сперва показала на Инстаграме, и очень много было запросов по этому продукту, очень много было вопросов, все писали там, спрашивали, да, а можно ли вот это продавать, а можно ли то продавать, да, в общем, как вы, наверное, поняли, это вот такие тапочки, домашние тапочки, сейчас осеннее время, похолодало, да, у нас тут в Америке тоже, и тапочки нужны абсолютно, можно сказать, всем, да, все носят тапочки дома, и также это хороший продукт, который можно, например, кому-то подарить, там, мамам, бабушкам, да, или сестрам, тетям, вот, и я заказала специально для вас, чтобы показать, да, как вообще выглядят тапочки, которые вот именно продаются на Амазоне, я вам сейчас покажу, как это выглядит на Амазоне, и вот они пришли в такой упаковке. И упаковка, кстати, очень хорошая. Итак, открыла я упаковку, которая только пришла. Это... Что думаете, что это? Это тапочки. Мне очень понравилось, как они упаковали тапочки. Не просто, да, вот закинули в полиэтиленовый пакет, а вот сделали именно такую упаковку классную. Тут, как видите, вот такой принт, да, просто тапочек. Тут написано, что это за продукт. Так, Comworm это бренд, который выпускает эти тапочки. Ну, это такие дешевые китайские тапочки, но тут что сделали классно, они сделали хорошую упаковку и как бы хорошую обертку, да, скажем, но тапочки остаются все равно такими китайскими, которые мы сейчас попозже посмотрим на alibaba.com. Так, Comworm, значит, это зарегистрированный бренд. И тут есть, да, предупреждение, что это нельзя давать детям. Так, давайте откроем. Так, вот открывается. Тут вот штрих-код, да, амазоновский. И вот так сами выглядят тапочки. Вот они. Если честно, знаете, я бы не сказала, что прям качество классное, но они очень легкие и, ну, как бы вот так вот они выглядят. Вот. Сразу покажу вам. Ну, давайте сейчас мы посмотрим, да? Я вам покажу эти тапочки на alibaba.com, также покажу на Амазоне, сколько они стоят, за сколько их можно продать и за сколько и сколько можно на них заработать. Тапочки — это очень хороший продукт, потому что они очень легкие, не требуется, да, там какое-то специальное хранение для этого. Можно просто вот так вот сделать какую-то упаковку, наклеить сюда штрих-код Амазона, как вот здесь вот, и продавать. Единственное, вам, наверное, нужно будет побольше размеров, да, тут, например, один размер.
но вам придется, наверное, может быть, придавать там S, M и L, да, скажем, или XL еще. Еще может быть разные расцветки. Так, очень много вопросов было именно по этим тапочкам. У меня спрашивали, да, на Инстаграме. Ну, таких уже очень много, как можно сделать так, чтобы мои тапочки продавались, да, скажем. Я всегда всем говорю, не надо делать именно такие тапочки. Продавайте тапочки, скажем, уже какого-то другого, да, там, дизайна, другой расцветки. Или, например, к тапочкам вы можете добавить какой-то бонус-подарок, да, скажем, ну, какую-нибудь ленту для волос, там, которую там девушки используют, чтобы собрать волосы, да, там, или, не знаю, это все на ваше усмотрение, можете добавить какую-нибудь красивую резинку рядом, чтобы, когда покупатель приходил, смотрел на Амазоне, да, ему сразу же в глаза бросался именно ваш продукт, потому что ваш продукт идет с каким-то подарком, да, скажем, и... Тем самым вы делаете свой продукт намного интереснее, вы его делаете другим, и тем самым вы притягиваете больше покупателей. Так, давайте я вам сейчас покажу, как эти тапочки выглядят на Амазоне. Также я вам покажу статистику, вообще, какие тапочки хорошо продаются, сколько можно на них заработать. Мы сперва посмотрим, да, на Амазоне, потом пойдем посмотрим на Alibaba.com, сколько такие тапочки или, может быть, какие-то другие тапочки, да, стоят в Китае, как это можно будет отправить на склад Амазона, сколько будет стоить доставка и также за сколько, ну, сколько можно на этом всем заработать. Amazon.com — это американский Амазон, вот видите, американский флаг. Есть еще разные Амазоны, Амазон, например, в Канаде, Амазон в Мексике. Но самый большой именно маркетплейс — это Amazon America. Давайте сейчас посмотрим все тапочки, которые продаются на Амазоне. Так, вот они все вылезли, как вы видите, да, вот это именно модель. Очень популярная сейчас. Сверху, да, вот так вот идет просто как крестиком. И я покажу сейчас, которые именно я заказала. Но, как вы видите, вот уже, да, открывается статистика от Jungle Scout, и вы можете примерно посмотреть, да, какие тапочки хорошо продаются. И давайте начнем с этих. Это, ну, сравнительно недавно, да, они начали продавать. Они стоят $22. В день они продают 37 тапочек, в месяц больше 1000 штук, да, и как бы у них как бы хорошие продажи. Посмотрим вот такие, да, они больше такие, как бабушкины, но это тоже хороший такой вариант для тех, кто, например, покупает там своим мамам, да, или бабушкам в подарок, можно хороший такой цвет, там, наверное, очень разные расцветки есть, вот есть красные такие, вон серые, $25 стоят. Так, давайте пойдем дальше. Ну, вы смотрите цены, сколько что стоит, да? А мы будем, я буду вам показывать по статистике. Так, вот тоже хороший вариант. 285 штук, 285 пар они продают в день. В месяц у них продажи на почти что там 8500 штук, да? 8500 пар в месяц, продажи на 179 465 долларов. Это больше как вот чешки, как вы видите, да, я вот сейчас давайте нажму, покажу, сколько они стоят, как они выглядят, вот такие вот фотографии. И всего 4 цвета, и есть разные размеры, да, и 4 размера. Стоили они $26, сейчас у них скидка идет, $22 стоит. Так, давайте еще другие варианты я вам покажу. Тут у меня что-то статистику не показывает, но это вот именно как сапожечки, да, такие теплые, тоже 28-35 стоит. Тоже можно продавать. В месяц они продают больше 1000 штук.
И самые популярные тапочки — это вот такие, да, это сейчас они в тренде, стоят $23. В день они продают 696 штук вот таких вот тапочек и пар. А в месяц у них 20, почти что 21 тысяча пар продаются. Как вы видите, и в месяц, конечно, у них хорошие продажи, да, почти что на 500, почти что на полмиллиона долларов. Вот. Это, конечно, только продажи. Отсюда надо убрать, да, себестоимость тапочек, плюс вот видно, да, что комиссия Амазона 12.38. Но комиссию Амазона я вам покажу попозже, сколько это все стоит. Так, какие еще хорошие популярные варианты, да, есть вот такие тапочки, которые стоят $241. Ну, как вы видите, ребята, тут очень много тапочек, и все из них что-то в день продают, да, вот даже, скажем, вот такие вот тапочки, они в день продают 28 штук, и в месяц они почти что 1000 штук, 1000 пар продают таких тапочек. Тоже вот, да, вот такие 95 штук, 95 пар. Такие, как чешки, да, вот они тоже почти что 300 штук в день продают. Вот такие для свадеб. 111 штук в день. Вот такие просто как вязаные, 72 пары в день. Вот такие 75 пар в день. Вот 12, 9, 16, 6. Ну, в общем, да, каждый из них... каждый день что-то продает, да, так что не бойтесь, что у вас там что-то никто не будет что-то покупать. Эти продавцы тоже когда-то начинали вообще с нуля, да, у них не было никаких продаж, и, как вы видите, они доросли до очень таких существенных продаж. И вот такие вот тапочки, да, вот скажем, они сколько, $21 стоят, и 163 в день продают пар. Так, вот такие вот 166 пар в день. Давайте еще вторую страничку вам покажу. Вы просто можете присматриваться, посмотреть, вот сколько из них в день продают. Здесь уже статистика не показывает, я не знаю почему. Но, как вы видели, на первой странице очень много разных моделей, да, и примерно вы посмотрели, какие модели хорошо в день продаются. Из самых хорошо продаваемых это вот эти тапочки. Как вы видите, да, почти 700 пар в день они продают, и они стоят $23. Вот так вот они выглядят. Есть разные расцветки. Вот разные расцветки. Тапочки, которые я заказала, они тоже, по-моему, стоят также $22. Вот они $20, да, стоят. Вот они тапочки, которые именно я показывала вам. Они вот так вот выглядят. Ну и плюс как бы хорошая упаковка, да. У них вот так вот листинг. Тут описание, хорошие фотографии, разные расцветки. Размеры разные. По-моему, 5, да, у них тут размеров. Вот так вот они выглядят. Ну, в общем, вы поняли, какие тапочки больше всего как бы сейчас в тренде. Больше всех в тренде. И давайте сейчас пойдем на alibaba.com и посмотрим, да, примерно, сколько такие тапочки стоят в Китае. Alibaba.com — это самый большой оптовый китайский онлайн-магазин. Почти что, наверное, 95% продуктов, которые продаются на американском Амазоне, покупаются именно здесь, по оптовым ценам. Давайте посмотрим тапочки. То же самое, да, вводим slippers. Наверное, лучше ввести women's slippers. И вот, да, разные варианты вышли. Давайте сразу отсеем таких продавцов, которые пока
не являются вот trade assurance, у них нет и verified supplier, да, чтобы работать только с такими фабриками, которые уже себя зарекомендовали на alibaba.com, у них хорошие отзывы, хорошие продажи, и будем смотреть, да, какие тапочки вам понравятся. Вот, например, вот такие тапочки тоже, да, были, помните, в хорошем спросе, по-моему, в день там они больше 100 штук продают, и стоят они $42, $46. Так. Я вам хочу показать именно те тапочки, которые вот самые хорошо продаваемые, да, которые идут крестиком сверху. Тут вот это тоже. Вот такие тапочки тоже, кстати, хорошо продаются. Тоже больше 100 штук в день они продают. Так, вот они, да. Не знаю, почему страница исчезает сверху. Так. Есть такие с помпончиками. Есть вот такие, да, в виде... я забыла, как они называются. Юникорны. И есть такие с мехом. В общем, да, есть разные варианты. Есть вот такие, да, но они стоят $4, это чуть-чуть дороговато. Нам надо найти такой вариант, чтобы не очень дорого было, да, скажем, до $3. Ну, вот эти тоже, например, прикольные, со смайликами. Я, по-моему, такие тапочки показывала тоже на Инстаграме, да. Если покупать от 100 штук, они стоят $2.99, почти $3. И такие я еще на Амазоне не видела. Так что вы могли бы, например, присмотреться к таким тапочкам. Они по качеству тоже выглядят хорошими. Мне очень они понравились, кстати. Именно вот такие вот черные со смайликом, да. Тоже в подарок их можно дарить, стоит $3, они, в принципе, недорого. И, как я говорила, если вы не хотите только тапочки продавать, то вы можете рядом как бы предложить какой-нибудь подарок, да, скажем, там, резинку для волос или там ободок для, чтобы волосы собирать, да, скажем, чтобы там маски делать на лицо. В общем, это все на ваше усмотрение. Все зависит от вашей креативности, да, как вы видите продукт, как вы хотите, например, его как-то разнообразить, да, чтобы людям было интересно, они сразу же, например, смотрели другие продукты, но ваш продукт был им намного интересен, чтобы они купили именно ваш продукт. Так, тут они стоят вот $1.80, $2.10, да, скажем, со смайликом. Кстати, это очень хорошая идея, если вы хотите прям именно заказывайте вот такие с смайликом тапочки и продавайте разных цветов. Я думаю, что это очень хороший продукт для продажи на Амазоне. Я не знаю, почему эти стоят $10, но я думаю, это из-за того, что это натуральный мех. Натуральный мех на Амазоне лучше не продавать, потому что, ну, в Америке как бы не любят, да, как бы натуральный мех животных, они думают, что это очень жестоко по отношению к животным, и такие натуральные меха тут, ну, как бы можно прогореть на этом, у вас могут их не покупать. Ну, давайте посмотрим вот эти тапочки розовые. У них и другие цвета есть. Написано, да, man and woman, значит, от 100 штук это будет стоить $2.10. Можно заказать разные размеры, вот есть, да, можно договориться с фабрикой. У меня такое чувство, как будто это детские, и я не знаю, почему они такую цену поставили, но примерно за $2.50, я думаю, такие тапочки вы можете себе заказать. Вот, выглядит их фабрика вот так. Они, да, вот показывают фотографии. Кажется, что это хорошая фабрика. Видно, что у них были транзакции, да, над больше $1000. Но мне до сих пор кажется, что это какие-то детские. Им надо писать и уточнять, это детские тапочки или они еще такие для взрослых делают. Вот стоят тапочки, там $1.80.
и 2,50, да? Ну, это примерно такая цена. Тут можно даже, наверное, их попросить вставить в смайлик или какой-то другой еще принт. $2.50. Ну, в общем, вы поняли, да, что можно за $2.50 заказать вот такие тапочки. Кстати, кто у меня вот часто спрашивает, можно ли использовать фотографии с Алибабы? Да, можно. Это просто и это не какой-то там бренд, да, определенный. Просто вы можете их попросить, чтобы они убрали вот это вот и отправили вам оригинальные фотографии. Видите, как красиво это смотрится. Если вы, например, будете продавать все 5 цветов, то вообще будет отлично. У них есть и сертификаты, пишут. Ну, в общем, да. Тапочки со смайликом, короче, в общем, у меня сейчас они фавориты. Мне они больше нравятся. $2.50, и я думаю, что это хорошая цена, и вы можете как бы такие заказать и дальше продавать. Итак, в общем, мы нашли хорошие тапочки для продажи на Амазоне, тапочки со смайликом, да, что-то другое, не повторяя там какой-то такой же листинг, который уже есть на Амазоне. Так что я вам советую, если вы хотите продавать именно такие тапочки, можете связаться с этой фабрикой, да, дальше обсуждать там, сколько, например, будет стоить там доставка, и сколько, например, если вы захотите сделать какую-то такую красивую упаковку, да, сколько это будет стоить. Упаковку я бы посоветовала делать, потому что, ну, когда я, например, даже сама, да, открываю с коробки, вытаскиваю, мне как бы приятно, да, что такие тапочки, они красивые упаковки. Просто если бы они сейчас лежали просто в каком-то таком полиэтиленовом пакете, у меня сразу было бы такое чувство, как будто они какие-то дешевые, да, а упаковка уже делает этот продукт намного таким, как будто бы качественным, да, хотя это просто тоже все сделано в Китае. Так что вот так вот выглядит упаковка, я вам советую тоже спросить, сколько будет стоить. Я думаю, что это не будет больше 50 центов, да, 50 центов за такую упаковку можно заплатить. И, как вы уже поняли, 2,50, да, если стоят сами тапочки, 50 центов стоит упаковка, 2,50, вы еще, ну, $3, плюс еще вы можете добавить, как я говорила, какую-то там резинку, да, там за 10 центов, или, не знаю, ободок для, за там 20 центов. В общем, это все на ваше усмотрение, но, скажем, вот $3 – это себестоимость продукта, и теперь вот надо узнать, да, сколько они возьмут за доставку именно таких тапочек. Тапочки не очень тяжелые, они, наверное, весят примерно граммов 300-400. И если вы закажете 100 пар таких тапочек в начале, то, скажем, $300, да, это себестоимость продукта. Плюс еще доставка. Скажем, если в одну коробку таких тапочек поместится примерно там 50 пар, то у вас будут две большие коробки, которые надо будет отправить из Китая на склад Амазона, и вам примерно это все будет стоить, ну, может быть, долларов 200-300. Сейчас доставка подорожала, уже все знают, что сам продукт может быть стоить дешевле, чем доставка, да, скажем, тапочки стоят $3, доставка может стоить там $4. Но я думаю, за тапочки у вас примерно $2 возьмут за доставку, за каждую пару. И выходит, что себестоимость продукта всех 100 пар тапочек будет стоить $500, да? И не забывайте, что у вас должны быть разные расцветки, разные размеры. Вам надо посчитать, да, скажем, может быть, вы вначале захотите там каких-то ходовых цветов заказать там 30 штук, да, каких-то 20, каких-то 10, и просто посмотреть, как это все будет продаваться. Потом, в ходе процесса, когда вы уже начнете свои продажи, вы посмотрите, какой цвет именно самый ходовой. И потом потихоньку можете убирать те цвета, которые не очень хорошо продаются, и больше заказывать тех, которые хорошо продаются. Скажем, вот такие, если коричневые продаются лучше всех, то в следующий раз вы можете заказать таких, например, там 200, да, уже пар, или там 300 пар. Как вы видели, на Амазоне продаются по несколько сотен в день таких тапочек, так что вам уже надо заранее продумывать, да, сколько вам надо вложить в следующий раз. Может быть, вам придется вложить еще больше, так как вы видите, что ваши продажи очень хорошо идут, и вам надо, например, уже заказывать не 100 штук, а 200 штук, по 300 штук. И так как это не такой дорогой продукт, да, скажем, $5 себестоимость, то я думаю, что это
вы можете вложить там дальше там 1000 еще долларов, да, и так постепенно работать над своим продуктом, да, чтобы он хорошо продавался, там включать рекламу, может быть, включать какие-то, делать промо, какие-то акции, да, чтобы, как вы видели, вот на Амазоне есть там скидка 10%, там, или скидка там 2 доллара, да, это тоже покупателю нравится, и многие просто даже иногда только обращают внимание на те продукты, у которых есть такие промокоды. В общем, да, это все на ваше усмотрение. $500 вы вложили за 100 штук таких тапочек, и сейчас мы посмотрим, сколько вы можете заработать, продавая такие тапочки, и сколько вы... Сколько с вас возьмет Amazon в качестве комиссии? Итак, для того, чтобы посмотреть, да, сколько с вас возьмет Amazon в качестве комиссии, сколько вы можете заработать на Амазоне, вам надо посмотреть калькулятор. Так, чтобы зайти на калькулятор амазоновский, вам надо зайти на веб-сайт sell.amazon.com, pricing и Amazon fee calculator, калькулятор. Вот, и дальше... Смотрим, да, сколько стоит ваш продукт, скажем, стоит $5, за сколько вы его хотите продавать, ну, скажем, за $21.99, да, $22, это хорошая цена, мне кажется, за этот продукт. Так, категория продукта, тут надо выбрать правильную категорию. Так, одежда и аксессуары тут есть, также... Эта категория подходит под обувь. Вот. Ну, скажем, обувь, да? Теперь посмотрим. Тут надо включить, выбрать Fulfillment by Amazon, потому что вы отправляете на склад Амазона, и Amazon за вас хранит этот продукт и дальше отправляет покупателям, когда они покупают ваш продукт. Так, теперь... Тут мы должны выбрать правильный размер продукта и сколько он весит. В нашем случае этот продукт, он примерно, вот, large standard до 16 унций, ну, примерно до 500 граммов, да, 500 граммов. И смотрим. Так, если вы продадите этот продукт за $22, себестоимость продукта $5, и Amazon с вас возьмет комиссии вот 3.30 и 4.25. В общем, он берет $7.55 как комиссию. И ваша маржа, ваша прибыль чистая с этого продукта – это $9.44. Даже, скажем, если вы... округлите, да, просто, скажем, $9 сделайте, потому что вам там надо платить комиссию Амазона, да, каждый месяц, там, $40 плюс, там, может быть, вы будете включать рекламу, да, на каждый продукт, может, будет уходить там по 20 центов, там, я не знаю, 30 центов, но $9 вы можете заработать на этом продукте. Итак, себестоимость продукта $5, комиссия Амазона у нас вышла на $7.55, и вы можете заработать $9.44, продавая одну пару такую, вот таких вот тапочек. И, скажем, если вы продадите все 100 пар тапочек, то ваша прибыль с этого продукта это чистыми $900, да, вы еще вернете свои деньги, $5, которые потратили, и плюс $9 вы заработаете, на продавая такие тапочки. Так, и как вы видели, такие тапочки, они очень популярны на Амазоне, да, сейчас они очень хорошо продаются, они вообще продаются круглый год. И если вы продадите, скажем, не 100 штук, а там будете продавать 100 штук в день, да, там, то в месяц вы будете продавать там почти что, не знаю, 3000 пар таких тапочек, что очень даже возможно, да, вы видели, какие, как, сколько продают продавцы, то продавая просто тапочки, можно заработать там $27,000. А, да, 3000, может быть, слишком, вы скажете, а, невозможно столько продать, потому что я знаю очень много пессимистов, которые думают, а, нет, я не смогу продать, да, хотя я вам показывала статистику, что вот так вот и продаются. То, скажем, даже если вы будете продавать в день там по 10 штук, да, и, скажем, в месяц вы будете продавать там по 300 штук,
то ваша чистая прибыль будет 2700 долларов с одних вот таких вот тапочек. Я думаю, что это отличная маржа, что это отличный продукт для продажи. И если вы хотите, вы можете начать продавать именно вот такие тапочки, да, и вы можете выбрать какую-то другую модель, там, другую расцветку, вы можете добавить какую-то, как я говорила, резиночку, какую-то маленькую, там, подарочек какой-то, да, как бонус, и это поможет вашему продукту продвигаться еще как бы больше и продаваться еще больше, потому что такие фишки, как бонус-продукт, там, рядом, да, какой-то подарочек, он нравится покупателям на Амазоне, и я уверена, что если вы так сделаете, то ваш продукт будет очень хорошо продаваться. Итак, всем огромное спасибо, что посмотрели мои видео. Как вы видели, я каждую неделю стараюсь для вас, да, находить какие-то разные продукты, показывать вам и показывать вам статистику, объяснять, как это можно купить в Китае, как можно продать на Амазоне. Конечно, в этом бизнесе очень много деталей, очень много нюансов, которые надо учесть, да, в начале. Тем более, если вы новичок и не знаете, как это все делать, то я рекомендую свой курс. Вы можете пройти курс, и вам будет все понятно, потому что мне каждый день поступают сотнями вопросов, все задают вопросы, и у меня физически просто не хватает времени отвечать всем. Так что, да, посмотрите курс, если он вам подходит, вы можете по нему заниматься, и я уверена, что после того, как вы пройдете курс, у вас уже будет понятие, да, такое четкое, что можно продавать, как это делается, сколько надо вложить в начале, сколько можно заработать. Я очень рада, что вы присоединяетесь к моему каналу, у вас становится все больше и больше. Я вижу, что именно продажи на Амазоне сейчас интересуют очень много людей с разных стран. И я рада, что мой курс, он на русском языке, он предназначен, да, для русскоговорящих, но вы можете жить в разных странах. Вы можете жить там в Канаде, в Израиле, там в Европе, в странах СНГ, и вы, пройдя этот курс, уже все будете понимать, как продавать на Амазоне. Подписывайтесь на мой канал, жмите на лайки, и это меня мотивирует создавать еще больше контента и находить для вас такие супер интересные продукты, показывать вам, сколько можно на них заработать и помогать вам начать свой бизнес, тем самым иметь какой-то пассивный доход каждый месяц. Увидимся в следующий раз, всем пока!